Привет, друзья! Сегодня я с вами хочу поговорить о ТВ-шоу. У меня не так много друзей, поэтому все свое свободное время я трачу на просмотр сериалов и мультсериалов. И я заметила, что некоторые шоу очень сильно на меня влияют. И я начинаю себя вести и думать как главный герой. Особенно это заметно после просмотра Доктора Хауса. Класс, у меня вопрос. Что это за заболевание? Диффузное заболевание соединительной ткани, характеризующееся системным иммунокомплексным паразитом. Это волчанка. Вау, поражена. Конечно, ведь я же Хаус. Доктор Хаус. Кстати, детка, ты очень горяча. Не хочешь мне помочь освоить курс гинекологии? К директору! А еще я чуть не выколола какой-то женщине глаза своим зонтом. Потому что я делала вид, что я хромаю. Также плохо на меня влияет еще одно шоу, которое мало кто любит. Южный парк. Честно говоря, я немножко боялась. Но в итоге получилось очень... необычно. О, Кимми! Привет! Вы говорите о парнях. Кимми, вчера я встретила, то, что я поздоровалась с тобой, мальчик. Это еще не значит, что я хочу с тобой разговаривать. Я его предупредила, сказала, что у меня в доме водятся крысы, и что они съели весь горох и весь порох. Кимми! От этого моя квартира похожа на 9 мая. Кимми! Красиво, только пахнет странно. Так и надо с этой тварью. Все в порядке, я не ушиблась. Черт. Господи, ты убила Кимми! Я не пойму, кто-то стал от этого несчастен? Кимми. О. Да, после этого сериала только хочется ходить по улицам и кричать: «Эй, ты жид! Сдохни! Ня-ня-ня-ня-ня-ня!» Еще гриффины. Порой даже я смотрю Ханну Монтану. Я смотрю, ты в кого-то оделась? Угу. Та-да! Дай угадаю, дешевая проститутка! И на сладенькое вам я припасла самый сумасшедший сериал. Гли. Ребят, все чисто, начинаем. Персонажа себя я увидел, теперь не ругаюсь, не пью, не шныряюсь. Меня все ненавидят. Ох, как удивило! Но Гли я узрела, что с музыкой жизнь становится лучше. Занимаетесь? Пьем? Курим. Шныряемся. Молодцы, детишки. Не буду вас отвлекать. Да, порой мне Анны не хватает, чтобы образумить меня. Я достаточно фанатичный человек, и от этого у меня проблемы. На это посмотрите. У меня есть вопрос к вам. Какое у вас самое любимое телешоу? Мое, пожалуй, «Гриффины». Чего только стоит шутка про кареты и дом у дороги. Никогда не слышали? 8 сезон, 4 серия. Идеальная серия. И, конечно же, большое спасибо вам за то, что вы подписаны на мой канал. А если вы еще не подписаны на мой канал, но вам нравится мое видео, нажимайте вот сюда. Здесь есть маленькая кнопочка «Подписаться». Мне будет очень приятно. И не смотрите на мои стразы, они никуда не денутся. Большое спасибо вам, Team Club, за ваши потрясающие фотографии, которые вы сделали по моим образам, если можно их так назвать. Смотрим фотографии.
люблю вас.